Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах. По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.